Исполнительный секретарь Каспийского местного отделения партии «Единая Россия» Тагир Ахмедов и депутат фракции «Единая Россия» в собрании депутатов городского округа 7-го созыва Муслим Рамазанов провели встречу с активными жильцами дома по улице Советская, 4. На повестке дня были подняты вопросы подачи отопления в дом, замена окон в подъездах, состояние дворовой территории, а также жильцы отметили, что их не устраивает работа управляющей компании, которая обслуживает их дом. В свою очередь, депутаты выслушали все проблемы жильцов. Тагир Ахмедов заверил, что все вопросы, озвученные на встрече, планируется решить в ближайшее время. Отметим, что партийный проект «Жители МКД» направлен на поддержку жителей многоквартирных домов. Это важное и необходимое направление работы, которое позволяет совершенствовать качество управления МКД в нашем городе. Данный партийный проект включает в себя несколько направлений: «Наш двор», «Наш подъезд», «Дворовые встречи» и «Работа с многоквартирными домами».